Котель, стена плача. Точнее, западная часть подпорной стены вокруг храмовой горы в Иерусалиме. Принято считать, это все, что уцелело после разрушения второго храма римлянами около 2000 лет назад. Кусок стены длиною 485 метров, вот, собственно, и все, что осталось нам от храма. Однако на самом деле это далеко не так. Не все знают, что эта стена значительно больше, чем кажется. Прежде всего, своими мощными камнями она уходит глубоко в землю. Существует даже подземный туннель вдоль стены на глубине примерно 10 метров, по которому может прогуляться каждый желающий. Кроме того, узкие улочки арабского квартала приведут нас к так называемому «малому котлю», еще одному отрывку западной стены, расположенному гораздо ближе к тому месту, где, судя по всему, находилась святая святых храма. Но и уж совсем немногие знают, что вообще-то стена существует не только с западной стороны. Она сохранилась по всему периметру храмовой горы, ни больше, ни меньше. Просто являясь составной частью воздвигнутых позднее зданий, она не так заметна. Обратите внимание, все те же каменные глыбы периода второго храма, та же кладка. Иными словами, стена не просто несколько длиннее и выше, нежели мы привыкли думать. Стена больше в разы, она никуда не делась, она все так же окружает храмовую гору. Когда это осознаешь, то чувствуешь, будто часть храма вдруг восстановилась, вдруг отстроилась в одночасье. Может быть, так же внезапно, очень скоро мы с вами узнаем, что на этом месте вдруг появился третий храм.